вокзале все те, кто помогает сделать жизнь сочинцев более удобной и уютной. Именно они, сотрудники ЖКХ, обеспечивают в домах наличие воды, газа, света и тепла. Убирают во дворах, парках, на улицах и на дорогах. Многие посвятили своей работе всю жизнь, как, например, Юрий Васильевич Кузьмин. В городском Сахе он работает 45 лет. Начинал учеником автослесаря. В 80-е был директором спецавтохозяйства. Сегодня трудится специалистом по охране труда. Как уходить? Жилищно-коммунальное хозяйство, чистота города – это очень важный вопрос. Ну, кто, если не мы? Надо помогать молодым, потому что работы очень много, требования очень высокие. Так что стараемся. Кстати, именно в этой сфере ЖКХ в этом году грядут перемены. В городе должен начать работу региональный оператор, который будет отвечать за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. Это будет означать, что в городе вместо 18 компаний, которые собирают твердые коммунальные отходы, будет работать одна компания. И мы будем понимать тогда точно, кто собирает и кто отвечает за мусор. Мы продолжаем изменение дислокации контейнерных площадок по всему городу. Мы получили решение правительственной комиссии и надеемся, что будет решение правительства в скорое время о том, что в городе Сочи будет строиться завод по термической переработке мусора. Вот эти нововведения нас ждут, они направлены на благо жителей и гостей города Сочи. Работу предприятия, а также реализацию всех нововведений курирует департамент городского хозяйства. Буквально несколько месяцев назад его возглавил Алексей Толмачев. Отрасль знакома, отрасль интересна, сложна, но она очень социально активна. Когда есть все ресурсы, есть все услуги, жители не замечают работы наших коллег. Как только прекращается подача одного из ресурсов, перебой чувствуется, некомфорт возникает. Свой профессиональный праздник работники коммунального хозяйства отмечают накануне горячей поры. У одних завершается отопительный сезон, у других с началом курортного сезона резко увеличится объем работ. Но отметили на собрании, все службы к этому готовы. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.